Здравствуйте, всем доброе утро. Ох, что-то я проголодалась. Короче, у меня пирожки остались. Короче, как всегда. Зухра, доброе утро тебе. Завтракай вместе со мной. Верочка, тебе тоже доброе утро. Анастасия Бойко, тебе тоже доброе утро. Ты, между прочим, давно не было. А ты еще такими обиженными словами пишешь. Про меня забыли, я пошла. Надо чаще писать в ленте. Или как там, где там, в смс-ках. Что-то еще хотела сказать. Ну, короче, снег выпал по колено. По колено снега. Офигеть, да? Также и милый доброе утро. И Наташа с Украины доброе утро. И другой Наташа доброе утро. Семейному подряду доброе утро. Галине Ивановне тоже доброе утро. Как без вас? Вчера не было снега, а сегодня по колено. Значит, уже пришла. И кто там будет мне писать гадость? Ну, просто сегодня не хочется с утра с вами ругаться. А можно было бы. Ну ладно. Пирожок, пирожок. Пирожок с рисом. И с рыбой. А, человек, человек. Доброе утро тебе. Ты вот не писала, что я тебя забанила. Я тебя не банила. Чего это ты взяла? Вон, Галина тоже. Трансляция писала, что я забанила. Ты не банила никого? Это может что-нибудь с Ютубом, но я нет.
Я не поняла. Как-то так. Ладно, на этом всем пока. Всем с добрым утром. И пока-пока.